Летний отпуск, пожалуй, самая обсуждаемая сейчас тема среди работающих россиян. А вот в Роструде уточнили поводы, почему работодатель может отказать в отпуске сотруднику. Что в таком случае делать, расскажем в рубрике «Бизнес-обзор». На связи со студией бизнес-эксперт Андрей Лопатин. Андрей, добрый вечер, вам слово. Добрый вечер. Лето – это такой период, когда у нас у всех неизбежно изменяется жизненный ритм. Это напрямую связано с периодом отпусков на наших предприятиях. Кто-то отдыхает, а кто-то вынужден работать за двоих или троих. В такое время количество споров с работодателями всегда возрастает. Ровно поэтому Минтруд и обновил свои рекомендации в отношении прав и обязанностей работодателей и разъяснил как раз вот положение, касающееся периода отпусков. Все зависит от того, с каким отпуском мы имеем дело. Если это ежегодный оплачиваемый отпуск, то право на него возникает через 6 месяцев непрерывной работы у данного работодателя. График отпусков утверждается заранее. Перенос возможен, но только согласие работодателя. Ну и как в любом правиле, есть огромное количество ограничений или исключений. Например, отдельным работникам положен такой отпуск в любое время, когда они захотят. Если же мы говорим об отпуске без сохранения заработной платы, то это все возможно только по согласованию с работодателем. Опять же, есть огромное количество исключений. Отдельным категориям граждан работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы. Часто это происходит, когда рождается ребенок в семье или умирает один из близких родственников. Конечно, происходят какие-то нарушения, они бывают существенными или несущественными, но в любом случае есть путь, цивилизованный путь разрешения этих споров. Это государственная инспекция труда, комиссия по трудовым спорам, которая существует на многих предприятиях, профсоюз или, собственно, суд, судебная инстанция.